Саженцы пупавки гибридной ЕС Бакстон и ИСИ Бакстон порадуют великолепными цветами, похожими на ромашку, но со светло-желтыми лепестками. Этот сорт идеально подходит для срезки и составления нежных букетов, а также для создания ярких садовых композиций, оригинальных миксбордеров и элегантных клумб. Для посадки следует выбирать теплые места, где растение будет защищено от ветра. Почва должна быть легкой с хорошим дренажем, который предотвратит скопление влаги. При благоприятных условиях кусты будут радовать цветением в течение всего лета. Пупавка гибридная Е. Бакстон – это травянистый высотой 40-60 см. Цветет растение в месяц июнь-август. Окраска цветка желтая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.